Здравствуйте, дорогие друзья и гости! В один из рядовых дней, в тот день, когда я поливала большинство своих орхидей, а также проводила осмотр, удаляла какие-то сухие части листьев, где-то корней, я решила включить камеру. А почему бы и нет? Возможно, где-то и будет неудачный задний фон, но я хочу вам показать немного корней тех фаленопсисов, которые были недавно пересажены. А именно перед вами сейчас та посадка с деткой, с цветоноса, которые мы снимали. Помните, был фаленопсис Антура Нарбона, который нарастил деточку. Еще его корешочки мы обуздывали в пластиковый стаканчик, наполняли мхом. И таким образом эти корешки развивались. Затем эту деточку при включенной камере срезала. И этот видеоролик есть у меня на канале. Кому интересно, я оставлю ссылочку, можете пройти и посмотреть. Ну а вот эти растения я посадила в 2 стеклянных стакана, если помните. Одно растение уехало к новой хозяйке, а одно осталось у меня. Посмотрите, какая замечательная корневая система у него развилась. И вот таким образом я поливаю это растение, учитывая, что на дно я закладывала мох, а корни у этого фаленопсиса были, можно сказать, воздушные. А еще все давно хочу показать, но как-то делать отдельный видеоролик, думаю, что это того не стоит. Я обнаружила источник заражения клещом. Вот на этой котле, которую я получила в 2019 году. Это была самая первая котлея в моей коллекции, да и на сегодняшний день их у меня немного, всего 2. Получила я ее с не очень большим растением, и вот один из ростов был всего лишь ростом, небольшой такой сабелькой. Я делала на ней отметки канцелярским штрихом, вот они у меня беленьким помечены. Торчал только маленький уголочек, и эта сабелька росла. После чего постепенно-постепенно я как-то пришла к тому, что моя коллекция поражена клещом, и об этом уже многие зрители моего канала прекрасно знаете. Но когда вот эта сабелька подросла, а у меня на тот момент начала идти активная борьба с клещом, я решила ее как бы расклеить, так как она сама не хотела никак расклеиваться. Думала, помогу я этому листу раскрыться. А когда я его раскрыла вручную, то, конечно же, удивлению и ужасу моему не было предела. Я поняла, откуда взялся клещ, и вот сейчас хочу вам показать, что вот такое бывает. Да, рост был на тот момент совсем еще крохотулечка, а, видимо, в нем приехала ко мне заразка. И выглядит это вот так. Рост, конечно же, уже больше не растет, но повреждения на этом листе остались. Следующая моя давняя посадка, как можете видеть, давняя, более 2 лет этой посадки, когда я еще применяла для дренажа керамзит. И вот я показываю, как прекрасно корни неплохо развиваются в этой посадке, как воздушные, так и внутри стаканчика. Но корни имеют свойство немного подсаливаться именно теми солями, которые накапливает керамзит, а потом корешки высасывают эту влагу вместе с этими солями из этого керамзита. И вот таким образом выглядит корневая система. На сегодняшний день корешочки чуют весну и начинают давать новые приросты, где-то раскукливаться, где-то ветвиться, и картинка в горшках очень даже приятная. А вот эти монстрики, заказывала я их тоже 2 или даже чуть с небольшим года тому назад, такими убитыми, совершенно убитыми уценками размера 1,7. Продавец, у которого я их заказывала, на фотографии присылал мне одного качества орхидеи. Выглядели они по-иному, нежели когда я их получила. Когда я разворачивала, даже несмотря на то, что, ну, совсем, можно сказать, за хорошие деньги я их приобрела, но приехали они уже ко мне в плачевном состоянии. Купила я сразу 10 растений, и пришлось мне их выхаживать. Стали они практически все реанимашками. И вот на данный момент я имею в своей коллекции 10 безымянных орхидей, которые посажены в пластиковые стаканчики. И выглядят они на сегодняшний день вот таким образом. Всему уже требуется посадка, пересадка, перевалка. Но вот так вот бегленько пока, анонсик такой небольшой, я вам покажу вот такие растения с такими корнями. И, кстати, большая корневая система, начинают отрастать большие, хорошие мясистые листья. А еще в моей коллекции события зацвел лопушок номер 5. Помните, я их купила 6 штук в 2020 году летом. Безымянные орхидеи, пришли ко мне такие лопушки, и до сих пор мы их с вами называем лопушками, и один за другим они начали распускаться. Первый зацвел уже практически через месяц, очень быстро они у меня адаптировались. Я пошагово каждое видео о них показывала, как поливала, первый полив, подкормки какие-то и все, что я с ними делаю. У меня все это в плейлистах есть, все видеоролики. И вот сегодня наступил тот день. Сегодня-таки как раз день монтажа этого видеоролика, но наступил тот день, когда зацвел пятый лопушок, и вот такими красками заиграли его цветы. Розовый, очень нежненький, цветочки крупненькие, а аромат от него исходит потрясающий. И почти на каждом цветоносе раскрылись цветы. Вот такими яркими звездочками при разном освещении и днем, и когда за окном уже было темно с фонариком, я подходила и снимала эти замечательные цветочки. И остался у нас только один незацветший лопушок, но его придется подождать. Там никаких наметок на цветоносы. Старые цветоносы у него были поражены грибком. Они в скором времени после получения усохли, их я обрезала. И сейчас на нем нету новых цветоносов. Но думаю, в скором времени он все-таки решит нас порадовать. Ну а вот эти все у меня цветут, цветут, цветут и не устают цвести. После каждого цветения образовывают новые бутоны и вновь зацветают одним или сразу несколькими цветочками. Каждое растение не похоже на предыдущее, все они разные, но аромат примерно у них одинаковый. Отличие лишь в том, что какое-то растение имеет более интенсивный и ярко выраженный аромат, а какой-то менее выраженный. Но вот этот лопушок, он как бы превзошел все остальные, по крайней мере для меня. Он имеет нежнейшие розово-неоновые тона, сильный отчетливый аромат, и вот такие цветочки раскрываются. Ровненькие, словно звездочки. Мне они очень нравятся. На салатовой листве очень гармонично смотрятся эти цветы. А вот так они смотрятся при свете моей фитолампы от Минифермер, которую я установила и все-таки решила досвечивать на своем маленьком окошечке. Никак не дождусь я, когда будет специальная орхо-комната, но решила, что цветочки не должны страдать, и пускай она им посветит. Но сейчас денечки прибавляются, все находится в росте, и вершки, и корешки, начинают появляться новые молодые листики, отрастают новые цветоносы. На старых цветоносах тоже начинают образовываться бутоны и расцветают один за другим вот такие потрясающие цветочки, звездочки. Вот я старалась при разном освещении и чуть-чуть немножко покажу вам, как смотрится это растение и так, и сяк, как говорится. Вот у него губа. Не очень-то она мохнатая, как у некоторых из них. Цветок просто поистине сказочный. И я предоставляю вам возможность полюбоваться этим цветочком во всей своей красе. Сегодня у меня еще одно событие, которым я спешу прямо поделиться с вами. Моему удивлению и одновременно восторгу нет предела. Помните, в обзоре одной из полочек моего стеллажа я показала, что у меня цветет в ладье Фаленопсис Лиодоро. А также рядом стояло еще два Фаленопсис Лиодоро, которые я прикупила в размере 1,7. И один из них уже был на бутончиках. Так вот, сегодня этот фаленопсис распустил свой бутончик. Рано утром я заметила, как этот бутончик лопнул, и я с нетерпением ждала раскрытия. И к вечеру этот цветок распустился полностью. полностью. И когда я увидела, как он расцвел, я просто обомлела. Я и улыбалась, и счастье словно вырывалось из меня наружу лучами. Вот таким вот красавчиком расцвел у меня фаленопсис Лиодоро. Покупала я его, по крайней мере, под названием Лиодоро. Красивый, но не очень-то он похож на Лиодоро. И знаете что, друзья? Решила я поискать. А поискать я решила родителей фаленопсиса Лиодоро. И нашла очень интересную информацию. Сначала я выяснила, кто же явился родителем фаленопсиса Лиодоро. Лиодоро получили путем скрещивания двух фаленопсисов. Это фаленопсис девентериана и фаленопсис виолацея. Но когда я нашла картинку, как цветет фаленопсис девентериана и зная, как выглядит виолацея, то и тут осталось непонятным, на кого же похож мой распустившийся цветочек. Кстати, фаленопсис девентериана получился от двух природных фаленопсисов, от амобилиса и от амбененсиса, от амбонского фаленопсиса. И дальше я пошла читать про фаленопсис Лиодоро, так как мне попалась очень интересная информация. И если вам также интересно, то оставайтесь на моем канале, и сейчас кое-что интересное я вам расскажу про Лиодоро. Естественно, всем нам известно, что среди фаленопсисов насчитывают большое количество сортов и видов. Среди этого множества особенно выделяют штамбы, которые при цветении радуют не только глаз, но и радуют ароматом. Большинство фаленопсисов этого вида имеют сладковатые запахи, которые усиливаются в утренние и вечерние часы. Отличаться между собой они будут окрасом и формой цветов, а также оттенками в запахах. Лиодоро фаленопсис с запахом. Лиодоро еще называют Sweet Memory. Официально сорт был зарегистрирован в начале 80-х годов прошлого столетия американской фирмой. Автором сорта считается Рекс Смит. Именно этот человек путем скрещивания фаленопсис девентериана и фаленопсис виолацея смог вывести Лиодоро и представил свое творение всему миру. На протяжении первых годов своего существования штамп смог собрать более 30 разнообразных наград в области цветоводства. Новый гибрид достаточно быстро завоевал сердца цветоводов. Его распространению особо способствовал внешний вид цветов и издаваемый ими запах. Необычный окрас цветов, форма, душистость достались штамбу от фаленопсиса велацея. Кроме этого, по наследству перешли и блестящие листья. Высокие цветоносы и достаточно крупный размер цветка Лиодоро дал фаленопсис девентериана. В природе родителей орхидеи фаленопсис Лиодоро можно встретить в малазийских тропических лесах. Именно там они произрастают на деревьях и между камнями. Кроме этого, сорт фаленопсис виолацея встречается на северном побережье Австралии и в Китае. Территория распространения ограничена именно этими областями. В других районах земного шара данный вид фаленопсисов в дикой природе не произрастает. Штамп Лиодоро относится к средним гибридам. Растение имеет такие показатели. В высоту может достигать до 70 см с учетом цветоноса. Листья на нем располагаются по обе стороны от стебля, могут достигать 25-сантиметровой длины, в ширину растут до 12 см. Их края слегка могут быть волнистые. Сама листовая пластина насыщенного зеленого цвета. Стрелку фаленопсис Лиодоро выгоняет средних размеров цветонос. Во время цветения он продолжает расти и развиваться. Максимально цветонос может достигать длины в 50 см. Цветы имеют необычную форму, они похожи на звездочки. В диаметре могут достигать 7 см. Данный штамп относится к самым красивым фаленопсисам. Каждый гибридный сорт фаленопсисов имеет свои особенности роста или цветения. Орхидеи Лиодоро не исключение. Для данного штампа характерно длительное цветение, которое может длиться в домашних условиях при соблюдении всех необходимых нюансов до 2 лет. Растению не нужен период покоя для того, чтобы восстановить силы. Сразу же после того, как отцвел цветонос и засох, может вырасти новая стрелка. Орхидеи Фаленопсис Лиодоро свойственно револьверное цветение, при котором за один раз может распуститься сразу 3-5 цветов. Через некоторое время распускается еще такое же количество цветов и так далее. В период всего периода цветения цветонос активно развивается дальше, выпуская все больше веток с бутонами. Не стоит пугаться, если штамп выгоняет сразу несколько цветоносов, а полноценно развиваться продолжает только один. После цветения стоит удалить стрелку, только потом развиваться начнет вторая. Согласитесь, очень интересная информация, потому как очень часто бывает, что цветонос немного выгнался и застопорился в росте. Затем появляется второй цветонос, который по какой-то причине дорастает до своих нормальных размеров, зацветает, а тот цветонос, который словно застыл, не двигается в росте. Вот видите, как на примере Фаленопсиса Лиодоро все может быть. Стимулировать цветение штамба не обязательно. Для того, чтобы цветок цвел регулярно, достаточно строго придерживаться советов по уходу и регулярно подкармливать его. То есть этот сорт очень любит покушать. Штамп обычно выращивают в прозрачных пластиковых горшках, но хорошо развиваться он будет и в керамических емкостях, а также в плоских плошках. Прочитав вот эту информацию, я поняла, почему у меня не стали вот эти уже, будучи сейчас взрослыми, лиодорки развиваться в узеньких таких горшочках в закрытой системе, а оказывается, лиодора предпочитает расти в плоских плошках. Пересаживают растения не чаще, чем раз в 2-3 года. Главным показателем для этого послужит уплотнение субстрата. Из-за этого корневая система начинает плохо просыхать, ухудшается воздухопроницаемость. Это может послужить причиной возникновения многих болезней. Лучшим временем для смены субстрата считается период сразу после цветения. Перед проведением процедуры необходимо приготовить грунт. Для этого идеально подойдет смесь из коры хвойных деревьев разной фракции с кусочками мха и фагнума. Если планируете выращивать лиодоро на блоках, то между корнями лучше проложить слой сфагнума. Мох поможет дольше сохранить влагу. Орхидея сорта лиодоро относится к теплолюбивым штамбам. Нормой для развития и цветения для нее считается температура от 25 до 30 градусов днем. Согласитесь, что такие высокие температуры, да? И когда я рассказывала о температурах на своих стеллажах, многие были удивлены, что 27 градусов и как мы живем при такой температуре. Но я давала маленькую поправочку, что 27 – это температура в районе самого стеллажа. В помещении, где мы находимся, температура вполне комфортная и достигает 22-24 градусов, что тоже комфортно будет для этой орхидеи. И, естественно, ночные температуры от 15 до 20 градусов. И, как видите, орхидее нужен перепад между дневной и ночной температурой, и гораздо такой существенный в 10 градусов. Влажность в помещении, где растет фаленопсис, должна быть не ниже 50%, но и высокой она не должна быть. После покупки штамп в особом уходе не будет нуждаться. Стоит поливать цветок, как только просохнет субстрат. Подкармливать следует умеренно. В магазинах и оранжереях цветы, представленные для продажи, удобряют особенно обильно. Запаса хватит на месяц-полтора, а то и больше. А вот пересаживать штамп после покупки не стоит. Делают это в случае крайней необходимости, если цветок болеет или на нем появились вредители. Для того, чтобы фаленопсис как можно чаще радовал глаз цветением, необходимо строго соблюдать правила по уходу. Тогда и в стимуляции штамп не будет нуждаться, и цветение будет регулярным. Как и остальные сорта, фаленопсис Лиодоро требует обрезки цветоноса, но делают это не сразу, а лишь после того, как он сам начнет усыхать. Меня часто спрашивают, обрезаю ли я цветоносы. Раньше я обрезала цветоносы, но после того, как поняла, что из каждой пазушной почки может вновь возобновить свой рост новая веточка и дать очень хорошее цветение, ничем не хуже, чем на основном цветоносе, я перестала это делать. И отрезаю только тогда, когда цветонос полностью пожелтеет и засохнет. Но здесь же специалисты дают такую рекомендацию, что иногда обрезают и зеленую стрелку после опадания последнего цветка. Так поступают лишь в том случае, когда штамп выгнал 2 и больше цветоносов, но развивался только один из них. То есть для того, чтобы простимулировать рост остановившихся цветоносов, цветонос, на котором завершилось цветение, опал последний цветочек, его можно обрезать. Но опять же дам рекомендацию и от себя. Обрезать можно только ту часть, на которой держались цветы. Сам цветонос целиком можно оставить. В домашних условиях растить фаленопсисы любого сорта не совсем просто. Чтобы цветок радовал сочной зеленью и частым цветением, надо будет приложить определенные усилия или создать комфортные условия. Каждый из видов будет иметь свои особенности выращивания. Лиодоро чаще всего страдает от усыхания корней. Это свидетельствует о том, что штамп недополучают влагу. Борются с этим при помощи более частых поливов и регулярного проведения горячего душа для штамба. Но душ для своих орхидей, я уже рассказывала, не применяю, а вот информация о том, что это довольно-таки влаголюбивое растение, очень полезна. Второй проблемой может стать долгое отсутствие цветоносов. Здесь причин может быть несколько. Меня, кстати, об этом спрашивали. Это отсутствие перепадов между дневными и ночными показателями градусника, неверно выбранное место жительства и уплотненный грунт. Выяснив причину, стоит принять меры по ее устранению, и растение обязательно порадует вас в ближайшем времени цветоносом и звездчатыми цветами на нем. Лучше всего растение себя чувствует на хорошо освещенных участках, без прямых солнечных лучей, но будет хорошо расти и в полутени. Еще очень интересная информация по разновидностям сорта Лиодоро. Для меня это стало новой информацией. Самой распространенной разновидностью сорта Лиодоро признан фаленопсис эмбер. Гибрид распознают по насыщенным фиолетовым-бордовому восковому цветку. Кроме этого, штамбу присущ укороченный стебель и толстые воздушные корни. Листья плотные, зеленые, с легкой волнистостью по краям. Стрелку растения выгоняет дважды в год. Цветы имеют округлую форму, лепестки немного заостренные. Цветение сопровождает интенсивный аромат, исходящий от цветов. В домашних условиях при надлежащем уходе растение живет до 15 лет. Омолаживают штамп деткой. Ну а на этом все, друзья мои. Если моя информация была для вас интересной, поставьте лайк, поделитесь видео, подписывайтесь на канал, впереди много еще интересного. С вами была Татьяна, до новых встреч!